В Твери в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на Старом мосту провели работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия проезжей части. Качество оценили народные избранники, а также общественники. Дорожное покрытие на мосту не меняли с 2017 года. По оценкам специалистов, полноценный ремонт дороги здесь необходим давно. Подрядной организацией за 2 дня были произведены работы в замене асфальтобетонного покрытия. В ходе ремонта были заменены люки колодцев на плавающие. В дальнейшем планируется нанесение горизонтальной дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки. Далее будет проходить приемка. В инспекционном выезде на отремонтированный объект приняли участие депутаты Тверской городской думы. Само по себе дорожное покрытие имеет не только прагматический какой-то смысл. Это еще лицо города для наших туристов, для наших гостей, да? Для нас самих, для наших детей, которые должны видеть, что вот отношение города начинается, в том числе и с хорошей, комфортной дороги. Состояние проезжей части было, ну, уже близко к неудовлетворительному. Поэтому, так сказать, эта проблема назрела, ее нужно было устранять. И, вы знаете, честно говоря, был приятно удивлен, что удалось нам в такой короткий срок, буквально за пару суток, сделать, ну, по сути дела, капитальный ремонт дорожного покрытия. Напомним, всего в период с 2019 по 2024 год в рамках нацпроекта «Безопасной качественной дороги» в столице Верхневолжья планируется отремонтировать более 265 километров дорог. В частности, за 2019-2021 годы были приведены в порядок 143 дороги областного центра общей протяженностью почти 160 километров.